着你好，每天通透不经意甜蜜，可不可以住进你的心里，要怎么才能拉近彼此距离。告诉你别再哭泣，我心要先跳一支舞，挽着你的腰而向西 ，Don't be free。今天星期五，夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开，踏进热恋的乐土。I would like to be you， 为此理想和你遨游在天际，探索乐土星球那些不为人知的奥秘，一切的问题都不算问题，进化怎样说在耳机？啊，山下派对 ，You are my destiny， 草莓。Фан Мао! Почему так долго? Я всего на 20 минут опоздала. Куда пойдем? А куда хочешь? Я думала, ты все подготовил. У меня нет времени. В отличие от тебя, изучающий популярные рестораны и стратегии знакомств. Сегодня отпросился с занятий. Давай по-быстрому погуляем. Мне еще домашку делать. Поехали на гору Шуанлинь. В ленте видела. Устроим там пикник. Романтично. Это утомительно. И далеко ехать. А еще там можно загореть. Пошли посмотрим кино. Что скажешь? Да, конечно. Идем в кино. Идем. Почему без Чэнь Мижэнь? Не напоминай. Ее позвал парень, и она тут же ушла. Такие, как она, не могут быть главными героинями романов. Точно. Главная героиня поманила бы пальцем, и к ней примчался бы главный герой. Скажи правду. Ты тоже читаешь роман про директора? Я тебе рекомендую читать романы «Птицы в клетке». Они романтичны и реалистичны. Он как пионер в индустрии веб-романов. Хотя качество последних глав резко упало. Почему? Главный герой уже не главный. Второстепенные герои должны быть вместе, но второстепенная героиня слишком самостоятельная. Как она могла признаться, что ее парень владелец их компании? Разве она не стремится к успеху, полагаясь только на свой талант? Я ее совсем не узнаю. А героиня идеально подходила на роль девушки Бао Джиндуна. Но он так странно себя вел, скрыл от нее свою личность. Он секретный агент или наследник богатой семьи? Почему он не может быть честным? Женское общежитие. Ладно. Пришли. Я, пожалуй, пойду. Хорошо. Спокойной ночи. Сладких. Чэнь Мижэнь. А? Может, еще поболтаем? Хорошо. Мы закрываемся. Быстрее. Бежим. Хорошо. Я тогда пойду. Быстрее.
Чень-Мижень? А что, вы двое? Идем наверх. Хорошо. Если принцесса спасла принца, он женится на ней? Прости. Кажется, я испортила момент. У меня будут еще возможности, ничего. Возможности для поцелуя? Целуйся, когда захочешь. И как? Я знаю. Чень-Мижень. Ты еще не целовала Джун Вэя. Нет, в губы нет. Только в щеку. В щеку целуют только детей. Поцелуй в губы – отличный способ доказать свою любовь. Когда двое целуются, их переполняет страсть. И их души резонируют друг с другом. Понимаешь? Чень-Мижень, вы с Джун Вэем слишком медлительные. Но мы всего 3 месяца встречаемся. На первой неделе моих отношений с Фан Мао он отвел меня на просмотр кино в полночь. Пошли с удостоверениями. Какие чистые отношения. Я не хотела бы торопиться. Пойду-ка я спать. Я У Вэйдзин. Поехали на гору Шуанлинь. Я в ленте видела. Устроим там пикник, романтично. Это утомительно. И далеко ехать. Приглашу ее вечером в кино. Продемонстрирую ей себя. Приглашу его вечером в кино. Приглашу ее вечером в кино. Продемонстрирую ей себя. Чень-Мижень. Ну... О нет! Толстый дерется с Лин Зэньшанем с делового английского. Дерутся? Бегом, пойдем посмотрим. Быстрее, быстрее, там же драка. Что происходит? Они объединились для игры и проиграли 20 раундов, поэтому дерутся. Стой, это просто игра. Зачем драться? Просто игра? А ты напомнил. Последний раз на соревнованиях ваша группа победила, потому что вы знали рефери. Да, ты не проиграл, но победа была нечестной. О чем ты? Повтори-ка. Вот именно, вот именно. А как же поэтический конкурс? Трое лучших из вашей группы. Гордись. О чем ты? Хватит. Мы же взрослые, давайте обсудим. Ты недоволен результатами соревнования, конкурса стихов. Но недовольство ничего не решает.
Так, давайте, следуя традициям универа, проведем велопробег. Проигравший извинится и признает поражение, и будем квиты. Хорошо, договорились. Да, мы выиграем. Ребят, мы же победим. Куда это вы? Бао Цзяго, ты знаешь, что такое обреченность? В его группе три участника занимаются велоспортом, а в нашей группе одни слабаки. Они даже на третий этаж поднимаются с одышкой. Идем. Джунвэй, честь нашего класса в твоих руках. Разве мы сможем победить? Езда на велосипеде. Джаого, будешь участвовать? Конечно, почему нет? Ты изменилась благодаря новым отношениям. Умеешь учиться и отдыхать. Лосы, пойдешь на Шуанлинь? Да, хорошо. Джаого, Лосы, Чэнь Мижэнь. Готова пойти на риск ради своего возлюбленного. Ослеплена любовью. Какая молодец. Отлично. Чэнь Мижэнь. Сюй Мяу Мяу. Ты же не любительница групповой деятельности. Я слышала, пейзажи на Шуанлинь прекрасны. Проведу прямую трансляцию. Джунвэй, сходим сегодня в кино. Я купила билеты. Жду тебя. Конечно. Так мило. Мысли сошлись. Как страшно. Мне страшно. Все хорошо. Не бойся. Это только кино. Я рядом. Мне очень страшно. Доставка. Спасибо. И закуска. Спасибо. И договор о безопасности. Что передал мне вахтер? Джунвэй, ты в хорошем настроении? Нет, как обычно. Мы с Чэнь Мижэнь смотрели кино, и она была такой... страстной. Страстной? И как? Ты не поймешь. Джунвэй, я в общаге. Фильм был классным. Хотя было немного страшно. В следующий раз посмотрим комедию. Я люблю фильмы ужасов. Ты такой трусишка, но любишь фильмы ужасов. У меня есть ты, мой милый яд. Проверь все хорошенько, чтоб без косяков. Я кое-что подправил. Будешь летать. Почему не начинаем?
Вао Заго еще не пришел. Разве ваш староста не пунктуален? Он точно придет? Я здесь. Ловить воду. Вот. Тут минералка. Если хотите, есть теплая вода. Спасибо. Бао Цзяго всегда полагается только на себя. Спасибо. Без сахара. Разве не мило? Оба старосты. Но почему такие разные? Маршруты горы Шуанлинь, колокольня Гуаньхая. Чэнь Мижэнь, езжай, не торопись. Но... Я поработаю за нас. 3, 2, 1, вперед! Поехали. Мяу, вперед! А как ехать? Ты не умеешь? Тогда зачем участвуешь? Я должна была. Но вперед! Это конец. Поднажми, Чэнь Мижэнь, вперед! Колокольня Гуаньхай. Мяу, как думаешь, мы последние? Не волнуйся, все будет хорошо. У тебя есть Джун Вэй, он поможет. А что я? Спасибо. Не за что. Смотри, летит. Правда? Привет, Фан Мао. Пришли на свидание? Какое свидание? Общество поездки здесь для вдохновения. Поднялся на гору. А мне сказал, что это утомительно. Но с ней-то охотно пошел для вдохновения. Хорошо. Ты не обманывал. Вы пришли из-за поэтического сообщества. Но зачем взял ее сумку? Это просто сумка. Что такого? Просто сумка. Фан Мао, ты помнишь, когда развелись твои родители? Ты был расстроен и хотел поехать в Юньнань. Но у нас не хватало денег. Я была вынуждена продать дизайнерскую сумку, подаренную тетей, чтобы накопить на поездку. Помнишь, что ты сказал на озере? Когда я была с сумкой стоимостью 20 юаней. Сказал, что только мою сумку будешь носить. Ты поступаешь неразумно. Извинись перед Вэйдзин. Мне извиниться? Да. Хорошо. Прости. Не смей! Не смей! Что ты делаешь? Лоси! Я не знал, что ты такая ужасная. Идем. Что ты делаешь? Уводишь ее? Лоси, ты ведешь себя ужасно. Я повторю еще раз. Мы здесь с обществом поэзии. Мы с Вэйдзин ничего не делали. Идем. Ерунда. Я видел, как ты ее трогал. Гад. Продолжите отрицать? Все видели, как ты ее трогал. Что за бред ты несешь? Когда это я ее трогал? Будешь отпираться? Ты трогал ее. Что ты там видел? Что такое? Фан Мао, Вэйдзин. Что случилось? Нарываешься?
Вперед, 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 вперед. Смейся, если хочешь. Я приехала последней. Проиграла. Главное участие. Ты молодец. И кто сказал, что ты последняя? Есть кто-то медленнее нас? Кто? Джао Го и Лосы. Срочно, скорее. Что такое? С Джао Го и Лосы что-то случилось. Не плачь. Ты в порядке? Лосы, ты как? Что случилось? Поймали на измене. О чем это ты? Мы здесь с обществом поэзии. Лосы, извинись перед Вэйдзин. Извиниться? За что это? Это вы должны перед Лосы извиниться. Почему это мы должны? Именно. Ударила ни за что, ни про что. Что за стерва? Надо было предвидеть, что подобное возможно, когда флиртуешь с чужим парнем. Что значит флиртую? Вы меня подставили! Сяй-мяу-мяу, не бойся, мы здесь! А мне чего бояться? Лосы, чего ты добиваешься? Извинись, тогда мы разойдемся. Это ты должен извиниться. Ли Цзиньшан, а ты чего тут? Я нахлебался воды, и меня природа позвала. Иду я себе в туалет, а тут такая драма разворачивается. Больше всего в жизни я ненавижу изменников. Я хотел ему задать трёпку, но к нему пришла группа поддержки, они издевались надо мной. Бессовестные. Что ты сказал? Кто это? Берега попутал? Как смеешь наезжать на студента Ханьхайского университета? Успокойся. Нечего тут выяснять. Они напали на ребят. Если не извинитесь, получите. Да, извиняйся. Не уйдешь, пока не извинишься. Именно, ты ответишь за пощечину, мы этого не спустим. Лосы, давай поговорим наедине. Прошу, извинись. Я еще раз повторю, никаких извинений. Тогда пеняйте на себя. Спокойно. Не деритесь! Прекратите! Извинения и расставание – это личное дело Лосы. Что вы здесь устроили? Это же детский сад! В смысле, я имела в виду, что мы должны цивилизованно решать проблемы. И как? Расскажи. Конкурс поэзии. Точно. Вы же общество поэзии. Вот и отлично. Конкурс поэзии? Ладно. Если проиграешь, извинишься. В смысле, отлично. Идея просто отстой. Конкурс поэзии, ты соревнуешься? Джун Вэй, понимаешь, ты интересуешься современной поэзией? Прошу, помоги мне. Я плачу тебе за твою доброту. Хорошо. Если проиграете, забудем о случившемся. Хорошо. И кто начинает? Держу, держу. Иди. Давай, вперед. Подожди меня. Сноси башню. Сноси. Идеально. Я просила его пойти со мной на гору. Он сказал утомительно, что устанет, что там комары. Но он без проблем пошел на эту же гору с Яо. Если подумать, они были не одни. Здесь была вся его группа. Так нельзя! Почему он не сказал о занятиях? Давай, держи его, вперед! Ну же, догоняй! Скорее догоняй! Круши башню, круши! Почти! Идеально! Опять! Чэнь Мижэнь, неплохо. Я думала, между нашими вузами случится настоящая бойня. Не ожидала, что придуманный тобой поэтический конкурс успокоит надвигающуюся бурю. Надо было сделать все, чтобы разрешить этот конфликт. Драка — это точно не выход.
А Джун Вэй силен в поэзии? Не знаю. Не знаешь? И предложила, а если проиграем? Джун Вэй решит эту проблему, ведь он отличник. Уже пора бы. Чэнь Мижэнь, выходи и отблагодари. Победили? Ты куда? Чествовать героя? Почему он так поступил со мной? Разве я не так хороша, как Яо? У Фан Мао плохой вкус. Ты в 10 тысяч раз лучше Яо. Ты думаешь, что Фан Мао влюблен в нее? Я... Отблагодарить? Алло. Девушка, я вышла воздухом подышать. Чего это с тобой? Бао Джиндун сказал Линь Мяу-Мяу, нам надо поговорить. Ты должна знать... На самом деле, я... Единственный сын владельца сети ресторанов Тушаны Утка. Линь Мяу-Мяу в шоке уставилась на Бао Джиндуна. Бао Джиндун спросил Линь Мяу-Мяу. Злишься, что не сказал раньше? Линь Мяу-Мяу улыбнулась. Нет. Я очень счастлива, ведь я обожаю Тушаны Утку. Они смотрели друг на друга и улыбались. С кем переписываешься? Я... Не говори. Я понимаю. Мы люди взрослые, и общаться в сети не запрещено. Только никакой обнаженки. Ты ошибаешься. Сюй мяу-мяу. Сегодня обновление у птицы в клетке. Не пропусти. Знаю. Сегодня спецвыпуск. Я отвечу на вопросы подписчиков. Кто я в реальной жизни? Я студент первого курса университета. Мне нравится быть старостой. Люблю играть в пинг-понг. Очень люблю жирное мясо. Женские прокладки, травмирующий опыт. Очевидно же. Еда готова. Я помогу. Думаешь... Фан Мао делает это из-за слов его мамы? Когда мы виделись с ней, я явно ей была не по душе. Я ей поздравления отправила, она даже не ответила. Если Фан Мао ведет себя так из-за слов своей мамы, тогда такой мужчина не заслуживает твоей любви. Именно. В мире полно хороших парней и без Фан Мао. Есть также Ли Мао, Джан Мао, Ван Мао. Если что, будем с тобой одиночками. Я не хотел, не хотел. Не подходи! Отойди от меня! Не желаю тебя видеть! Богиня, не бойся, я спасу тебя. Не трогай! Не касайтесь волос, сюй-мяу-мяу. Скорее, несите салфетки и воду. Не пойдет. Где здесь туалет? Туалет там. За мной.
Давно катаешься? Ага. Джун Вэй, где Фан Мао? Ушел со своими. Он что-нибудь сказал? Нет. Ласы, не собираешься расстаться с Фан Мао? Расстанусь. Конечно, расстанусь. Ну, а тебе надо спросить об этом Фан Мао. А как зовут девушку из поэтического кружка, что была в белом? Она из средней школы 18? Не вмешивайся. Давай нас обсудим. А что обсуждать? Чэнь Мижэнь. Твоя благодарность, поцелуй госпожи Джан? Просто госпожа Джан очень много работает. Поблагодарила ее. А как меня поблагодаришь? Ты классный. Даю еще один шанс. Не ожидала, что ты силен в поэзии. Ты классный. Твой последний шанс. Слишком высокий. Мэй, разработанный тобой поцелуй свинки довольно неплохая идея, но думаю, надо ее доработать, чтобы подчеркнуть концепцию поцелуя. Так эта линейка сможет конкурировать с линейкой медведя и другой команды. Это намного интереснее их медведей. Джун Вэй, что скажешь? Джун Вэй? Джун Вэй? Что? Поцелуй свинки. Чмок. Чмок? Это хорошо. Да? Раз Джун Вэй так сказал, давайте сделаем поцелуй свинки ключевым проектом команды. Только доработаем. Мэй, ты можешь улучшить эту часть предложения? Концептуально надо доработать. И еще, дай-ка подумать. И это, да. Смотри. Лосы, не стоит прощать Фан Мао. Да, не прощай. Слушайте, оставьте ее в покое. Нет, пройдет время, и она точно его простит. Нет, мы точно не помиримся. Я вот в тебе не уверена. Лосы, мы не против твоих отношений с Фан Мао. Тебе решать, мириться с ним или нет. Мы можем лишь высказать свое мнение как наблюдатели. Я думаю, Фан Мао относится к тебе неискренне. Подумай об этом. Именно. Неважно, недоразумение или нет, неправильно защищать постороннюю девушку. Так нельзя. Фан Мао просил тебя извиниться перед Яо Вэй Дзин. Так решать проблемы неправильно. Джао Го, ты видела, как Фан Мао касался Яо Вэй Дзин? Не видела. Я думаю, Ли Цзиншань напридумывал. Нет. Тут не о чем говорить. Завтра она помирится с Фан Мао. Даже если извиниться, я его не прощу. Забудь, я тебе не верю. Чэнь Мижэнь, мои волосы все еще пахнут? Мяу-мяу, ты их 8 раз мыла, не пахнут. Точно не пахнут. Пахнут 2 банками шампуня. Отличный аромат. И правда. Субтитры создавал DimaTorzok
反复的修辞，怕回复不够好，怕失去礼貌，还想可以干扰，越痛觉很奇妙。本能的引导，迷恋你的浅笑，喜欢你一切，从发烧到高潮，温柔的语调，就算间隔几秒，都快要疯掉。我都不用怀疑，那些能确定。就算刷着短视频，也幻想是你名字在我嘴里出现的频率，已经足够证明是你。我都不用怀疑，那些能彻底不太踏实的睡意，说明了问题。就算眼神迷离，直到想到你，才能安心让你梦继续。就算刷着短视频，也幻想是你名字在我嘴里出现的频率，已经足够证明是你。我都不用怀疑，沦陷的彻底，不太踏实的睡意，说明了。